Swipe my opinion. Bu konuşacak ha. Ağzını bir şeyler yapıyor bu. Dinliyor bu. Bu ne şimdi? Зихра, что бабуля делает? Бабуля, что делает, Зихрашка? Я пью, бабуля. Я пью, Анне. Я ладно, я уже тебе. Бабуля облизывает. Тогда на бакты там. Sen şimdi yalanıyor mu? Kırdın mı? Yok. Kırdın mı şimdi? Знаете, чтобы мою девочку развеселить, чтобы она рассмеялась, много ничего не надо. Ей нужно улыбнуться, и она мне в ответ улыбается. Сейчас попробуем. Зихрашка? Если она на меня посмотрит вообще. Зихра? Куда ходила Сеня? Ты сегодня к бабуле ходила, Зихрашка? Ходила к бабуле? Ну, конечно, за телефоном надо следить. Да, маменя? За телефоном надо следить, следить, следить. Чего, Зих маленький? Она сегодня устала. С бабулей играла, с тетей играла, с дядей играла, с папой играла, с двоюродным братом играла, со всеми играла, да, мамина? Зихрашка? Птенчик мамин. Сегодня она будет хорошо спать, я надеюсь. Да, мамин птенчик? Да? Да? Где бабуська мамина? Куда зопик мамин? Мамин? Худозопик. А, да, ты худозопик маленький. Маленький худозопик. Самая красивая девочка. Самая, самая она у меня красивая. Самая, самая. У нее столько разной мимики бывает за одну минуту. Да, пусть. Что там в твоей голове? Какие мысли там в твоей голове, а? Моя серьезная девочка. А вот мой серьезный мальчик. Купила дочь сегодня вот эту игрушку. Сыну ли она нравится больше? Все в рот. Все в рот. Я вкусная, да, Асланчик? Вкусная она? Она вкусная, да? Да? Зихрашка, ты видела, что твой братик делает? Он твою игрушку кушает. Привет, привет, мои хорошие. Сегодня у нас понедельник, и, как я и говорила, едем к врачу. Сегодня без детей. Я даже забыла, как это без детей выходить куда-то, и когда я вообще последний раз сидела на переднем сиденье в машине. Хотя нет, я помню, когда это было. Тоже, когда я ехала к врачу, когда у меня прихватило спину. А погода очень теплая. Я уже верхнюю одежду не надеваю. Может, чем-то занимается, шею качает, или что он тут делает? Непонятно вообще, что он тут делает. Дети спали, когда мы уходили. Пришла свекровь, я оставила ее со спящими детками. В принципе, в ближайший час они должны поспать, потому что они сегодня проснулись очень рано. 8 часов они проснулись. Утренние процедуры я все сделала, поиграли, все, поели, помылись, подмылись. И они снова потом легли спать, добирать свой сон. Поэтому они будут спать в ближайший час. И я надеюсь, за час, максимум за полтора, мы успеем в больницу и обратно. Если не успеем, я свекрови показала, как сделать смесь и так далее. В принципе, она знает, что где у нас лежит. Думаю, справится. На двоих внуков она вырастила уже. И за этими двоими, думаю, час-полтора сможем смотреть. Мой муж раздевается.
эта куртка, хоть она тонкая, вот эта вот US Polo куртка, она на куртку, она очень теплая. Я не знаю, как он ее в такую погоду носит, я ее даже зимой редко могу носить, потому что на самом деле очень жаркая она. Все, закрываюсь пока. В больнице вряд ли буду снимать. Едем в ту же частную клинику, в которой обследуются мои дети обычно. Мои хорошие, вы знаете, в Турции очень любят пародировать все, что по белому свету продается. Вот пародия на Твикс. Еще была пародия на Киткат, по-моему, еще на что-то, на что-то. Это, видимо, пародия на Сникерс, как я понимаю. Вот так вот. Вот она пародия на Баунти. Я раньше ее часто покупала, сейчас она мне уже не нравится. Идем домой. Меня не было дома 1.5 часа, я так ужасно соскучилась по своим детям. В голове только дети, 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 больше ничего. Вот такая погода у нас сегодня. Солнышко есть. Камера дрожит, потому что у меня в другой руке пакеты. Пакет с продуктами. Муж несет мой любимый ополаскиватель Булут Облака. Облако, точнее. Именно голубого цвета я люблю. Он мне напоминает запах Ленора. И вот этот вот другой для темных вещей жидкий. Порошок. Пошли мы домой. Мои хорошие, поход к врачу закончился очень быстро у меня. Я хотела сказать, сколько стоит прием у врача. И, кстати, вы знаете, оказывается, моя врач была русскоговорящая. Она азербайджанка, говорила на русском, ну, так себе, как я на турецком, наверное. Это прекрасно говорит на турецком и так себе на русском. Я и на том, и на этом языке с ним поговорила. Очень приятно удивлена, что в той больнице, в которую мы ездим, и педиатр азербайджанка, и гинеколог азербайджанка, и вообще там на ресепшене сказали, что 5-6 врачей там у них есть азербайджанцы. Вот, это было для меня сюрпризом, таким приятным бонусом. Прием у врача по страховке мужа обошелся всего лишь 40 лир. 40 лир это, наверное, где-то 500 рублей. 500-550, где-то так. Вот, и кровь тоже сдала я. Нужно было сдать кровь с вены. Тоже в стоимость приема вошло, с нас не взяли деньги за кровь. Вот. Вот все, что хотела сказать. Сегодня вечером должны прийти гости к нам. Муж и двоюродный брат с маминой стороны. Свекровиной сестры, сын. С семьей должны прийти. Я снимала свадьбу их девочки. Я не знаю, кто-то помнит, не помнит. Ну, помнит, наверное. Снимала их, как им делали мусульманский брак, они заключали. И мамникях. Вот, они должны прийти, их семья должна прийти вечером. Кто именно придет, не знаю, но вот их семья должна прийти. Сынуля сегодня как никогда капризный. Я его оставляла вот с бабулей на 1.5 часа, пришла домой и вот нашла его таким капризным. Не знаю, это может быть из-за того, что я оставила его одного, кто не привык. Он после моего ухода где-то через час проснулся, и вот получается полчаса он был без мамы. Звонок прервал. И вот он сегодня целый день капризничает, я его даже, знаете, уложила на балконе на свежем воздухе, думала, там он. И, кстати, там только он и заснул, но поспал всего лишь 1.5 часа. Вот. А так у меня ребенок обычно 2-3 часа спокойно днем спит. Вот сегодня только 1.5 часа он поспал. Может быть, это связано с зубиками, может быть, из-за того, что как бы меня не было, не знаю точно, посмотрим. Если и завтра это все будет продолжаться, значит, это все-таки связано с зубиками. Если все это как бы одним днем вот так закончится, значит, просто у него был сегодняшний каприз, то, что его мамуля оставила одну. Но завтра тоже мне нужно будет пойти к врачу. Завтра придет к нам массажистка, начнется детский массаж. А потом после массажа я хочу пойти к врачу. Не знаю, оставлю я детей опять со свекровью или возьму с собой. Посмотрим на их поведение. Если они будут, конечно, крепко спать, я их с собой брать не буду. Если они не будут спать, то обязательно возьму с собой, потому что
Вот эти полтора часа, которые я их оставила дома, у меня прям сердце было не на своем месте, хотя я их оставила с родной бабулей. Вот. Ну, такие вот дела. Сейчас они у меня играют. Что буду делать я? Да ничего не буду делать. Я немножко навела порядок, пока он где-то часик спал. Кстати, я замечаю за своими детьми, знаете что? Я не знаю, вот у кого двойни еще или близнецы, скажите, пожалуйста, у вас было так или нет? Когда один ребенок капризничает, или болеет, или капризничает, или плачет, второй у меня молчит. У меня, например, обычно дочь бывает капризная в течение дня. Она все время хочет на руки, хочет играть и так далее, да? Хочет все время, чтобы ею занимались. Но, в принципе, это нормально. И сегодня, когда сынуля все время плакал, я не могла его успокоить, то так, то сяк. Она молчала, она просто смотрела на него вот так, и на меня, Сама с тобой играла, переворачивалась, то все болтала, но ни одного вот писка, чтобы там уделить мне внимание, я от нее не услышала, представляете? Я села в один момент возле нее и говорю, какая ты у меня умница. Честно, настолько смышленый ребенок, да, она всегда знает, когда лучше промолчать, когда не нужно тянуть на себя внимание, вот откуда вот этот маленький комочек это все понимает. То же самое происходило, я помню, когда она заболела, кто меня смотрит, наверное, помнит, был день, когда она один день температурила у меня. Естественно, я вот это вот один день, все время она у меня была на руках рядом, я как бы от нее не отходила, и сынуле досталось меньше внимания, чем обычно. Он тот день просто молчал, он тоже не тянул на себя внимание. Вот такие вот у меня детки, я заметила вот это за своими детьми. Когда одного что-то беспокоит, второй на себя внимание не тянет. Я не знаю, это сейчас так или просто как бы они друг друга так поддержат, я не знаю, но вот такое вот я заметила. Вот так вот, мои хорошие. Ладно, пойду я с ними поиграю, немножко скоро придет родня, и они их затискают, замучают, бедных. Мне иногда их жалко бывает, когда они приходят, потому что один играет, второй играет, третий играет. Они, наверное, устают. Хотя, знаете, у детей столько энергии, по ним не скажешь, что они устали. Они сколько с ними не играют, столько играют. Столько они хотят играться. О, паука вижу там на окошке. Но все равно играм тоже должен быть какой-то предел, потому что долго с ними играть не стоит, мне кажется, потому что ребенок перевозбуждается, и потом его успокоить сложно бывает. Ну все, закрываюсь, что я сегодня много болтаю. Пока. Серьезный парень. Сегодня был у нас первый массаж. Третий сеанс начался. Третий курс, точнее, начался. Сынуля ворчал, ему это дело не нравилось. Дочь тоже особо была не в восторге. Но моему сыну вообще не первый курс массажа не понравился, не второй. Как-то я не рассчитывала, что ему третий понравится. Он вообще, по-моему, не любит массаж. Да, мамина? Такой серьезный стал сразу. Он сейчас болтал. Болтал сынуля. Как мама телефон крутила, перестал, да? Да, мамень? Спеть тебе песенку твою любимую? Музычок с гармошкой, поиграй немножко. Спой-ка от души, надо скоро смеши. Как он ее любит, я вообще поражаюсь, откуда эта любовь. Надо будет выучить ее целиком. Ради такого дела. Да, мамина? Музычок с гармошкой, поиграй немножко. Ну, скажи что-нибудь. Что-нибудь скажи. Выйди, папа с ванной вышел. Mm.
Замариновала я куриные ножки, которые нашла в морозильнике. Кетчуп, майонез, что тут еще? Гранатовый соус, соль. Перец не люблю. Пожарю вечером с картошкой или там с сыром. Ой, с сыром говорю, с рисом, не знаю с чем. Пойдем посмотрим, что делают мои лопатушечки. Они должны спать. Кстати, массаж нам сегодня делали вот на этом коврике. Так, идем, 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 идем. Идем, 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 тихо, тихо, идем. Так, здесь спит Синуля, туда не захожу. Как всегда работает стиральная машина у меня. Доча. Не спит. Маминя, ты проснулась? А чё ты молчала? Ты чё молчала, солнышко мамино? Ты почему голос не подала? Мама тебя не слышала? Почему не подала голос, а? Ты маму беспокоить не хотела, да, солнышко мамино? Сейчас мы пойдем с тобой кушать. И чё, мамино? Голодная тетка, да? Когда голодная, ока хорошо держит она бутылочку. Вот, вот, вот. После массажа она поспала ровно час. Это ока хорошо для нее, потому что она дома днем спит.